Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 34-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В очередной раз я залез на шаблон, готовый шаблон Gridbox и увидел интересный вариант отображения контента. Если прокрутим вот этот шаблон вниз, здесь есть вот такой вот блочок. Прямоугольник, где сидит мужчина за компьютером, но этот блочок, он как бы расположен одной половиной на темном блоке, другой половиной на светлом. Конечно же, посредством Gridbox это сделать нельзя. Здесь тоже нужно применить небольшой кусочек кода. Давайте попробуем сделать такой блок. В нашем сайте в режиме редактирования мы обычным образом создаем контейнер. С одной колонкой можно. Я сделаю во всю ширину. Далее уберу margin. Во внутренний контейнер давайте загрузим какую-нибудь картиночку. Зайдем в паддинг. Сделаем отступ, чтобы мы просто видели это разделение. Сохранимся. Далее зайдем в общий контейнер и назначим ему черный цвет, например. Итак, мы подготовили картинку, задний контейнер. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Код, который нужно прописать, я приложу к этому уроку. Ссылочка будет под этим видео. Открываем документ. Сначала скопируем вот этот нижний код. Здесь все написано, куда это нужно прописать. Заходим мы, значит, в общий контейнер. Custom CSS. Открываем Open Editor. Вставляем код в самый низ, Save. Далее копируем класс. Заходим в тот же контейнер, Custom CSS и суффикс класса прописываем. И Save. У нас с вами, в принципе, все получилось. Вы видите, у нас черная половина. Картинка заходит, да, а другая часть заходит на белую. Да, у нас тут еще фиксированное изображение, что позволяет сделать еще более интересный эффект. Давайте посмотрим. Зайдем сюда, background, и fixed уберем. Далее вы можете управлять уровнем вот этого блока нижнего, чтобы он, например, занимал больший процент или ровно. И также можно управлять цветами. То есть вы можете зайти обратно в этот блок, Custom CSS, Open Editor, и в принципе вот здесь вот есть цвета. Вот FFF это белый цвет, и здесь то же самое. Например, смотрите, вот нижний параметр, тут где-то написано 300 пикселей. Если мы сделаем, например, 100 пикселей, Save, то обратите внимание, наш черный блок, он занимает большую часть. И теперь уже белый кусок сверху, да, который находится за картинкой, он уже меньшего размера. То есть вот так вот это все просто делается. На этом я урок заканчиваю. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним.
У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.